Наука – фундамент нового Узбекистана. Этой теме посвятили международную конференцию в Ташкенте. Она организована в рамках празднования 80-летия со дня образования Академии наук Узбекистана. Накануне, по случаю даты, глава государства направил поздравление коллективу, в котором отметил, что будут задействованы все необходимые силы и возможности для всесторонней поддержки ученых и исследователей, укрепления материально-технической базы научных учреждений страны. Кардинальные реформы последних лет создали широкие возможности для развития сотрудничества Академии наук Узбекистана с международными организациями и научными институтами. В результате чего, как было подчеркнуто в поздравлении президента в связи с 80-летием Отечественного общепризнанного центра науки, в 2-3 раза увеличились масштабы совместных с зарубежными учеными научных исследований. Так, на сегодняшний день связи установлены с различными учреждениями более 40 стран, в частности, таких как Россия, Беларусь, Китай, Монголия, Великобритания, Египет и другие. Данная же международная конференция служит дальнейшему укреплению такого взаимодействия по новым направлениям науки. В рамках этой конференции обсуждается множество вопросов международного сотрудничества. Рассматривается, в каких областях мы можем сотрудничать с ними. Вот сейчас конференция дала новую возможность, чтобы, значит, мы укрепили эти связи, подписали новые документы. Сегодня мы присутствуем на торжественном мероприятии, посвященном 80-летнему юбилею Академии наук Республики Узбекистан. Сегодня мы констатируем тот факт, что наука Республики Узбекистан развивается очень динамично. И мы видим, какое большое влияние на это развитие оказывает ваш президент. Он дает правильное направление и правильный вектор развития науки. И мы верим, что наука Узбекистана достигнет еще больших высот. В рамках конференции заслушаны лекции, посвященные последним научным достижениям, исследованиям, важнейшим вопросам совместной деятельности. Подписан меморандум о развитии научного сотрудничества между Академией наук Узбекистана и Казахстана. Мы заявим о том, что мы продолжаем наше совместное сотрудничество, мы будем проводить совместные научные исследования во благо прогресса и во благо развития наших стран. Мы надеемся, что в будущем мы будем более активно развивать сотрудничество не только в рамках проведения встреч ученых, семинаров, конференций, но мы рассчитываем на новые проекты. Мы уверены, что наука не делается в рамках одного государства. Международное сотрудничество нам принесет новые, значит, достижения в области различных наук. Современный этап развития страны совершенно справедливо оценивается через призму науки, значимость которой только повышается, открывая широкие возможности в плане усиления сотрудничества на международном уровне. Завтра конференция продолжит свою работу.